Максим Владимирович, пожалуйста. На сегодняшний день постоянно это не сдвинется. Максим Владимирович, ваши, можете стоять. Уважаемые правоохранительные органы, я прошу навести порядок в зале. И, соответственно, депутатов попросить занять рабочие места. Пожалуйста, Максим Владимирович, ваши вопросы, это заявка. Я почекаю, поки депутаты не попадают свою позицию, я выслушаю. Руки уберите, пожалуйста. Руки, я сказал, что это брат. Тисы, я говорю. Тисы, скорее. Уважаемые друзья, давайте объявим 20-минутный перерыв, пока правоохранительные органы наведут в зале порядок. Спасибо всем. Вот искреннее и истинное лицо партии ОПЗЖ в городе Мариуполе, которая призвана блокировать работу городского совета. Спасибо, спасибо за...